110 тысяч пассажиров британского аэропорта Гэтвик стали заложниками двух дронов. Летательные аппараты появляются с завидной регулярностью над взлетно-посадочной полосой, начиная с вечера среды, из-за чего пришлось отменить 760 рейсов на вылет и прилет. Каждый раз беспилотники совершают облет территории и исчезают. Полиция ранее опасалась сбивать дроны, но теперь всерьез рассматривает этот вариант. Офицеры продолжают искать злоумышленников. По британским законам за подобное грозит до 5 лет тюрьмы. В пресс-службе Гэтвика заявили, что пассажирам не стоит приезжать в аэропорт как минимум до 6 утра.